штатов и также из Азии. Есть одна группа по Северной Америке и есть группа в Нью-Йорке. Все это можно найти, если вы ведете Fairwood for Russia. И как бы там можно следить за тем, что происходит. Потому что много чего происходит между митингами. И также это может служить площадкой для обсуждений. Это первое. Второе. Хотелось бы начать с анекдота, который может быть сейчас актуален. Это анекдот из советского времени, такая полуистория, когда мужчина раздавал листовки на Красной площади, и его как бы сразу схватили работники госбезопасности, и когда они увидели, они взяли эту листовку, листовка оказалась пустая. И они еще его спрашивают, что ж ты, плохой человек, ничего не писал? А он отвечает, что я ничего не писал, потому что и так все ясно. И сегодняшняя ситуация вроде бы тоже, как бы, очень, ну, кажется, что все ясно и предопределено насчет президентских выборов, но на самом деле это не так. Революция, в некотором смысле, революция, радикальные изменения уже начались, и просто это не очень еще заметно, и это незаметно, потому что революция — это не есть некое событие, это есть скорее процесс. И процесс заключается в том, что людям надоело как бы показывать вид, что они не могут отличить реальности от лабуды, которую им навешивают. Вот. И люди потребовали возвращения к реальности, к правде и вообще к живой жизни, в политике и к доступу к управлению своей собственной страной. Насчет Путина можно сказать... Единственное, что как бы он был, есть и останется Путиным, и просто вся его как бы история показывает, что он как бы что он не меняется, и что этот человек не признает своих собственных ошибок. И вероятность того, что он как бы сломает собственную систему, которую он построил, очень маленькая. И эта система, она отличается тем, что она не позволяет людям, народу своей страны понимать какое-либо участие в управлении собственной страной. А также система отличается тем, что она мочит налогоплательщиков за деньги, собственно говоря, налогоплательщиков. Это как бы такой очень жесткий юмор. Вот. И Путин, как бы, к сожалению, не стал Рузвельтом, но он остался в этом смысле Людовиком XIV, который сказал, что государство — это я. Но проблема в том, что методы, которые работают в 17 веке, вряд ли будут работать в веке 21. И 4 марта будут выборы президента. И сейчас кажется, что все предопределено, но как бы задача общественных сил в том, чтобы как бы помешать просто коронации узурпатора и как бы всячески этому противодействовать. С исторической точки зрения можно сказать, что в 20 веке Россия начала строить капитализм, но потом, к сожалению, произошел откат в рабовладельческий строй. И сейчас мы перешли к стадии феодализма с элементами капитализма. Вот, и поэтому с исторической точки зрения, как бы, вроде все естественно развивается, но мы как бы хотим большего, потому что мы видим, что как бы на Западе жизнь устроена по-другому. Вот, и поэтому очень интересно посмотреть на опыт других стран, которые преодолели проблем политиканов и варюк. Вот, и это прежде всего страны Азии. И рецепт на самом деле очень простой. Это сильная обратная связь между от общества к власти и развитые горизонтальные связи внутри общества. Вот. И все, что этому способствует, я думаю, надо как бы всячески поощрять, а все, что этому препятствует, надо как бы убирать. Я думаю, что самое важное, что элементом обратной связи являемся мы и наши митинги гражданского протеста, поскольку это все, что мы можем делать на данный момент. Спасибо вам большое. Можно вопрос вам задать? Да, конечно. Вот скажите, 4 марта у нас будут выборы, да? Пока это, так сказать, единственный официальный, что ли, шаг, который мы можем предпринять, за исключением вот митинга. Никто из нас не хочет допустить Путина в президентское кресло. За кого мы должны голосовать? Я думаю, что все, кроме Путина. У нас просто другого выбора нет. Мы как бы мирные люди. И мы делаем то, что мы можем делать на данный момент. Вот. И в данный момент единственный как бы способ диалога – это как бы выборы. Но, к сожалению, выборы превратились в фарс. Но просто
вся история, вся мировая история показывает, что революция — это не есть событие, это некий процесс. И как бы процесс как бы начался, и важно его участвовать. В Москве было 120 тысяч. Я вас прекрасно понимаю, вопрос не в этом. То есть как бы, если мы просто все будем голосовать за кого угодно, кроме Путина, он все равно имеет намного лучшие шансы для того, чтобы набрать... Ну, то, что мы делаем, мы оказываем давление. Я думаю, что и это все, что... Кто самый лучший, с вашей точки зрения, альтернативный кандидат? Друзья, это... Давайте перейдем к дебатам. Мне нравится Явлинский, как бы. Явлинский принципиальный человек, но единственная проблема в том, что он как бы... Он не в середине. Друзья, дебаты... Да. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Вот подписи, вот обращение в Верховный суд за признание выборов 4 декабря. Леди Дмитриевой прочтется Марией в белом пуховике в конце нашей истории. Можно подписаться, если вы не России. А сейчас, друзья, как символ перемен, как символ надежды, на новую, демократическую и свободную Россию мы сейчас все одновременно, на счет три, отпустим наши шары. А? Давай. А, нет, не знали, как мне вязать? Давайте, кто? Отвязываем шарики, друзья, кто привязался к ним сильно. Мы уже отвязаны. Отвязываем, как мы отвязываем от страны, от России, от Путина. Отвязываем шары на три. Готовы? Нет? Готовы? Раз. Два, три! Лёля, где голки сбросили? А что-то еще раз надо какой-то.